вопросу о том, какая должна быть цепь для выгула коз. Первое, самое главное, что мы должны уделить внимание, это достаточная длина цепочки. То есть у меня, у моих козочек, все цепочки ровно 5-метровые. Это достаточно, чтобы с утра вывести их, прицепить в одно место, и им этого места хватит для выгула на весь день. То есть они его даже не объедят. То есть радиус 5 метров, диаметр получается 10 метров. И этого расстояния им хватит на весь день поза глаза. И теперь второе. Какая должна быть цепь? Для козочек, для молодых, по крайней мере, у меня цепочка маленькая, ну, тоненькая, маленькая. Я даже не знаю, какой там размер этой цепочки, но маленькая. Где-то проволочка там используется, где-то двойка, не больше. У козлика уже чуть-чуть потолще. Тут цепочка 3-миллиметровая. Вот эта железячка, проволочка, здесь 3-миллиметровая. И вот длинно-звеновая цепочка. У меня здесь у козочек она подешевле, чем обычная, чем с коротким звеном. Ну и тоже так же выполняет свою функцию. Теперь, что должно быть на цепочке? У всех козочек, у моих, к примеру, я покупные ошейники использовал. То есть, ну, не знаю, как материал этот называется, может быть, он даже разный у козочек. В общем, ошейники покупные, уже полгода они не используются у них. Все нормально, как бы по шее там подбирал примерно. И все, ну, с перспективой немножко там, чтобы можно было дырочки в другие заприкалывать для расширения диаметра ошейника. Ну, а так большие, смысла нет покупать ошейники, потому что у них шейки у козочек молодых тоненькие, хватит самого маленького там для собачки взять и все. Самое главное у цепочки, это у ошейника, это кольцо, которое будет держать цепь. Потому что колечки у ошейников самое слабое звено, они разгибаются и все. Приходится другое кольцо придумывать. Либо это же самое ремонтировать, там заваривать. То есть это уже работа лишняя. Самое главное, чтобы было крепкое кольцо у ошейника. Ну, ошейники уже там нужно выбирать просто, чтобы более-менее крепкие были, все. Что касаемо козлика, козлик у меня порвал ошейник за полдня, за первых, когда я его привез, зацепил на ошейник, посадил на цепь, он меня его порвал, ошейник за полдня. Ну что тут можно сказать? Дурному во всех смыслах козлу такие ошейники ни к чему. Это с этим ошейником он это сделал за полдня. В этот же день он два раза сбегал у меня. То есть вырывался и убегал, потом возвращался, правда. Потому что он без стада никуда не может. Но факт в том, что мне пришлось козлику использовать тоже цепь за место ошейника. И он спокойно к этому относится, ничего ему там не перетирает шею. То есть за место ошейника цепочку использовать можно, и это даже легче. И что здесь, как я сделал? Кусочек небольшой цепочки обернут вокруг шеи и связан он вот таким карабином. Вот тут закруточка, то есть как звено, разбирающееся звено цепи. Тихо, козлик. Тихо.
И все, здесь откручиваешь, и можно убирать будет. Вот она идет, и это уже начинается цепочка, которую я прикалываю в землю. Что на этой цепочке уже? Первая от козлика. Это, конечно же, карабинчик. Можно использовать, даже лучше, наверное, использовать вот такой, как звено. Карабин закручивающийся. У меня здесь карабин идет тоже закручивающийся, но у него вот такая штучка. Сразу скажу, что такие карабинчики слабые. Если такой карабин, то надо либо мощный, что неудобно, но лучше всего, скорее всего, вот такой, как звено. Он не будет ломаться. Этот же вот так выгибается, тут ломается эта вся штучка, потому что тут шпилечка тонюсенькая, на которой он держится на самом деле. И, в общем, это ненадежно. Потом идет вот такая крутилочка, потому что если крутилку не делать, они эту цепь так закрутят, что она вся будет укоротиться, во-первых, и, во-вторых, будет некрасиво. Не кусай меня. Ну, в общем, и она и ломается, цепь, когда ее так закручивают сильно. И мне рассказывали, что даже маленькие козлики от этого, они даже задыхались, в общем, что закручивались на цепочке. Поэтому у меня вот такая крутилочка, и ее тоже вырывают, разбирают. Мне пришлось... Да что такое? Тихо! Мне пришлось вот так вот ее заварить, крутилку. Вот так закрутить. Ой, заварить. Заварить, чтобы они ее не ломали, не разбирали. Потому что это все выгибается. В общем, вырываются, они убегают. Цепочка тоже, она не крепкая. Мне пришлось некоторые звенья подзаваривать. Ну, это я заварил, потому что я туда воткнул прям в цепочку ее. Ну, и заварил. И все заварил, чтобы они не сломали. Козлик мне эту цепь несколько раз рвал. Хоть она вроде как более-менее крепкая такая. Ну, троечка проволока тут. Ну, надо брать, наверное, еще даже толще. Четверку, наверное, самый раз будет. Хотя тоже не гарантия. И потом... А тем более он подрастет. Там, наверное, дури будет вообще. Сейчас ему уже полгода. И то, вон, дури сколько. Я его кое-как с ним управляюсь. Да, Марка. Дурень Марка. И дальше. Вот идет цепочка. Я ее в землю втыкаю. Чем я ее втыкаю в землю? Куда? Опять же, тоже. Ну, во-первых... Тоже крутилка, которая у меня лично, у меня приварена в цепочку сюда, прям приварена, и все, без лишнего карабина, потому что они их ломают постоянно, часто. Эту крутилку я тоже, ну, карабинчик крутящийся, я тоже заварил, чтобы они не смогли его разобрать. И, собственно, колышек. Здесь у меня колышек не совсем правильный, потому что он из слишком тонкой арматуры. Вот этот лично колышек снимал. Ну, сделан, пользуюсь, как бы ничего страшного, но он гнется. Да что такое? Но он гнется. Поэтому я бы рекомендовал не шестерку, не восьмерку арматуру использовать. Ну, где-то восьмерочка. Ну, восьмерка, десятка. Вот так вот толщина арматуры. Вот такой буквы Т. Длина, я бы рекомендовал, не меньше, вот это именно кола, не меньше 30 сантиметров. Лучше 40. Примерно 40 сантиметров длина кола использовать. И вот это вот ручку, чтобы ее, ну, выдернуть, чтобы кол этот для руки. Длина 12 сантиметров здесь сделана. Я считаю, что это самая оптимальная длина под любую руку. Ну, толстый кол смысла тоже нет делать для них, потому что это не быки, чтобы там все вырывать от страха. В принципе, к
Конечно, козлик, он дурной, в отличие от козочек. И он, ну, может выдернуть, конечно же. Но если его не ставить в такую ситуацию стрессовую, что он там будет рваться, метаться, то 40 сантиметров вот этого штифта у кола хватит вполне. И, ну, ручка вот 12 сантиметров. Можно 10 делать, можно 15, смотря, ну, как будет удобнее. У меня лично 12, и вот это... У этого колышка, по-моему, 40 сантиметров. И все, этот колышек уже они не могут вырвать. Бывает земля мягкая. Там, конечно, лучше колышек использовать потолще и подлиннее. Ну, чуть-чуть потолще. Тоже толстый не надо, просто чуть-чуть потолще. Вот десяточка, я считаю, что в самый раз в любую почву. Вот осенью почва мягкая сильно. Прямо как пух. Поэтому, конечно, лучше подлиннее. У козочек у меня есть и 27 сантиметров, там 30 сантиметров длина штифта вот у кола. Тоже служит, но иногда тоже вырывается. Поэтому лучше всего 40 сантиметров. Больше смысла нет, потому что будет тяжесть и неудобно. Ну, вот такая длина, самый раз, 40 сантиметров. Максимум 50, это максимум, что можно использовать. Вот так вот воткнули и ногой притопили, все. Теперь кол в самом низу, его уже козел не выдерить. Если его, конечно, специально не пугать, не шугать в стрессовой ситуации, если не делать, то он будет себе пастись и пастись. И ничего страшного не будет. У козочек цепочки, как я уже сказал, немного потоньше. Сейчас покажу, какая у них используется. Тут может быть даже цепочка полторашечка где-то, 1,8, не знаю. Вот если нет крутилок, вот у этой козочки сейчас просто сломано кольцо, я так вот прицепил, тоже без крутилки вот эта цепочка. И случается вот что. Вот цепь вот так переламывается, перегибается. В общем, неудобно, и она укорачивается по длине из-за этого. В общем, а крутилочки обязательно, в любом случае обязательно крутилочки. Ну и все, а сама цепочка. Вот тут видно, как цепочка ломается без крутилки. Это потому что нет крутящегося карабина. Вот сама цепочка здесь. Двойка, 1,8, может, или полторашка даже. В общем, тоненькая. Вот это тоненькая цепочка. Да, прогулька. Хорошая. Вот козочки. Сейчас покажу. Здесь у них у всех есть крутилки. И цепочка, если обратить внимание, она вся ровненькая лежит. Очень ровно. Потому что здесь крутилочка. Вот она крутится. То есть она не запутывается здесь. И у нее на шее то же самое. Вот она крутится, цепочка. Это обязательно нужно сделать на всех цепочках. Ну что, козленок, страшно тебе тут одной, да? Хорошая, не бойся. И вот тоже, то же самая система. Карабинчик. Крутилочка, которую я тоже все, вот эти маленькие тоже я завариваю, потому что они ломают только так. Если нет возможности заварить карабины, то лучше покупать сразу хорошие качественные карабинчики. Ну и, конечно же, хорошую цепочку, чтобы карабинчики вошли в эту цепочку. Без лишних трудозатрат. Ну и опять же здесь тоже. А, ну здесь
Нет, крутилочки, но по идее надо тоже поставить, чтобы цепь здесь тоже перекручивалась. Вот и все. Вот так козочки спокойно могут оставаться одни. Если, конечно, к местности привыкли, где-то возле дома, недалеко, где они постоянно бывали, например, то можно их одних оставить, они будут спокойно есть. Если вот как я вот сейчас отвел от привычного их места, местностей, от привычных. И здесь, когда ухожу, они начинают вот нервничать, вот так вот кричать, звать хозяина. Когда я прихожу, все, начинается идиллия, гармония. Все начинают кушать спокойно. Все хорошо, значит, все в порядке. Поэтому, конечно, желательно козочек сначала к какому-то месту, например, приучить, немножко с ними походить. И потом можно будет их и одних оставлять, прикалывать. Ну, если, конечно, есть уверенность в этом месте, что здесь нет никаких там огромных собак, каких-то бешеных уличных, не знаю, злых, которые могут просто от голода начать охоту на козочек, на этих. Ну, конечно, до такого допускать нельзя. То есть козочки должны быть либо под присмотром, либо нужно быть уверенным в этом месте, что здесь нет никаких посторонних животных, хищных, агрессивных. Потому что можно думать, что, например, какая-то собачка там, ну, вы ее видели, например, она не нападет. Это совсем не факт. Если зима, осень, то у хищников, хищных зверей просыпается инстинкт, даже если они уже как-то пригляделись, притерлись на глазах, но все равно нужно быть осторожнее. Потому что у меня был случай, соседские собаки нападали на моих гусей, на курей, на моих глазах прям съедали, сгрызали. Поэтому нужно быть осторожным в этом вопросе. Ну, если где-то возле дома, где-то хорошее место, можно их спокойно одних вот так приколоть, оставить. И они весь день будут кушать себе спокойненько. И не запутаются ничего, если правильно организовать цепочку. Тоненькой цепочки для козочек вот такой хватает, они ее не рвут. Был у меня только один случай такой за всю практику, и то я считаю, что это брак цепочки самой, потому что не сварили там, звено загнулось, но в этом месте робот не сварил как следует, потому что, грубо говоря, эти цепочки свариваются, ну, на прихваточке. Если честно, заводская сварка очень некачественная. Ну, конечно же, если эта цепочка будет дорогая, там какая-то там, ну, то, понятное дело, она будет надежная, может быть. Это я просто в хозяйственном, ну, зашел в первый хозяйственный, купил, да и все. Я не выбирал цепочки. Мне не было цели купить какую-то дешевую цепочку, я просто зашел и первую купил. Ну, вот оказалось так. Я, конечно же, в следующий раз, ну, когда эти там проржавеют, износятся, все дела. В следующий раз, конечно же, я, когда буду брать цепочки, я буду брать, ну, может быть, выбирать буду цепочку, либо, ну, просто чуть-чуть потолще, может быть, возьму. Хотя, в принципе, я говорю, за все полгода, что вот козочки у меня, цепочка рвалась на козочке один раз только. Ну, и вот на этой, потому что она самая такая резвая, что ли. А на козлик, конечно же, эти цепочки рвет как не знаю что, как бумажки какие-то. Поэтому я ему поставил троечку, ну, толщина проволоки. Вот цепит троечка. И то я считаю, что даже, если честно, наверное, маловато, лучше четверочку сразу ставить. Ну, правда, вот до полгода, может быть, и троечка пойдет, конечно же. Но сейчас, ну, лично у меня стоит вопрос о том, что оставлять троечку или все-таки лучше четверочку купить. Цепочку потолще еще. Правда, естественно, что она будет потяжелее, может быть, ее там носить неудобно будет, ну, чтобы прицепить все дела. Но козлу нет проблем
с этой цепочкой абсолютно никаких, потому что он очень сильный, ему это не никаких трудов там не составит вот с этой цепочкой ходить, поэтому можно за него не переживать. Ну и конечно же козлу проще всего сразу прицеплять за место ошейника, за место тканного ошейника, например, сразу цеплять цепь тоже, либо такую же ошейник будет у него из такой же цепи, как вся цепь, ну либо даже может быть и толще можно прицепить для уверенности. Ну в общем, у меня есть такой же цепочки. Ну, в принципе, пока вся информация, которую я на данный момент хотел бы рассказать.